Всем привет, друзья! Меня зовут Леонид. Я живу в Таджикистане уже более 4 месяцев. Сейчас ноябрь. Покажу осенние Душанбе и расскажу о плюсах Таджикистана, которого я увидел. Первый факт. Здесь очень безопасно. Второй. Здесь знают многие русский язык. Третий. Гостеприимный народ. Четвертый. Конечно же, национальная еда. Это очень вкусная еда. Пятый. Здесь очень красивая природа и мягкий климат. Шестое. Это сладкие свежие фрукты. И, конечно же, прямые дешевые рейсы из России. Друзья, приезжайте в Таджикистан. Но минусы, конечно, есть. Но это уже в другом видео. Всем пока.